Добрый день, уважаемые военмеховцы. Несмотря на то, что еще проходят первые секунды, как вы становитесь участниками этой большой, замечательной, дружной семьи военмеховцев, вас уже можно по праву назвать военмеховцем. Конечно, когда сегодня, сейчас, глядя на эту сцену, вы в очередной раз увидели трехцветное полотнище, точно такой же, как флаг нашей страны, наверное, опять закрылась бы, зачем? А вы знаете, мне кажется, что в этом году, в 2016-м, это особенно важный атрибут, потому что именно в 2016 году уже состоялись 31-е летние Олимпийские игры. И бесчетное количество раз наши спортсмены поднимались на пьедестал почета, и именно в честь их побед за нашу отчизну звучал не только гимн нашей страны, но и поднимался флаг Российской Федерации. Мне очень хочется верить, что через 5 лет, когда мы с вами встретимся в музее артиллерии и инженерных войск и войск связи, когда вы будете, мне очень хочется верить, что это действительно будет, и вы получите диплом военмеха, вы также с гордостью встанете у флага Российской Федерации, сфотографируетесь, как маленькая своя личная победа в начале жизни на пути. С Днем Знаний! Только что до вас в этом зале уже были ваши коллеги, те, кто тоже занесли ногу и сделали первый шаг в стены этого замечательного университета. Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Федоровича Устинова «Военмех». «Военмех» — один из лучших высших учебных заведений, и у него есть замечательная кричалка, если так можно сказать, и говорят, что «Военмех» лучше всех. Вот сейчас расправьте свои легкие, вдохните побольше воздуха, я отойду подальше, скажу одно лишь слово, а вы продолжите, я думаю, что у нас с вами получится. Ну что ж, если вы готовы, тогда военмех лучше всех! О, скажите, вы на каком факультете? Я магистрат. Что, берите пример с него. Сейчас попробуем, можно ли вообще дальше продолжать, или вас попросить уже всех покинуть военмех и пойти, чтобы вы пошли в другие высшие учебные заведения. Внимание! Готовы? Легкие расправили, побольше воздуха, военмех! Лучше всех! Во, уже совсем другой разговор. Я думаю, что у вас это получится, и как только вы услышите со сцены, будет прозвучать слово военмех! Лучше всех! Да, несмотря на то, кто бы его ни сказал. Договорились? Ну что ж, итак, уважаемые первокурсники военмеха. Ну так не пойдет, дело уж такое. Здесь же ваши деканы, преподаватели, они же слушают внимательно. Они уже готовы вам поставить первые оценки. А вы верите? Да. Ну что ж, итак, военмех. Лучше всех! И под ваши бурные продолжительные аплодисменты на эту сцену я приглашаю ректора Балтийского государственного технического университета имени Дмитрия Устинова Константина Михайловича Иванова. Еще раз добрый день, Константин Михайлович, с праздником, с Днем Знаний номер 2. Я знаю, что сегодня здесь присутствуют студенты сейчас 2 факультетов. Вот посмотрим, как вы встретите тех, с кем вам идти вместе по жизни, плечом к плечу. Декан факультета И. Сергей Юрьевич Страхов. Декан факультета Р. Алексей Дмитриевич Шматко. Добрый день.